буквально две своих мысли. Первую свою мысль я хочу посвятить людям, которые в наше непростое время организовали этот великолепный праздник, в частности, моему другу Владу. Сегодня я проснулся рано очень. Тревожит душу ожидание чувства. Осознаю, что вечером и ночью со мной случится голое искусство. И рифмы в дыме сигарет намного ярче, и слог уверенней с парами алкоголя. Жги, автор, поострее и пожарче. Делись с друзьями радостью и болью. Не позволяй своей душе лениться, и разум пробуждай, когда приходит муза. Лови момент по полной насладиться тем, что подарит голое искусство. Вторую свою мысль я бы хотел посвятить всем участникам, которые пишут реальные стихи, то есть людям, которые находят силы, опять же, в наше непростое время, воплощать себя в творчестве. Не могут каменные своды, статьи, цензура, воля власти лишить поэта вдруг свободы, служение музам его счастья. И рифмы, словно грезы ночью, приходят в голову порою, а он стихи сложить их хочет, и этой увлечен игрою. А про реальность забывает, живет в своем лишь только мире. И жизнь и суету меняет на вспышку яркую в эфире. Быть может, кем-то не услышан, быть может, кем-то он не понят. Но он поэт, и этим дышит, и даже камень словом тронет.